видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7. Урок 1. Прочитай задачи, чем они похожи, чем отличаются. Составь схемы к задачам и реши их. Задача А. Осенью Катя засушила 11 кленовых листьев и 4 дубовых. Сколько всего листьев засушила Катя осенью? Задача Б. Осенью Катя засушила 11 кленовых, а дубовых на 4 больше. Сколько всего листьев засушила Катя осенью? Составим и решим аналогичные задачи. Задачи данные А и Б похожи числовыми данными и в тех, и тем, что в обеих задачах нужно найти целое. А отличаются задачи условием. В первой задаче обе части известны, а во второй задаче получается так, что нужно найти вторую часть. Это задача А. 11 кленовых и 4 дубовых. Мы находим целое. К 11 прибавляем 4 и получаем 15. 15 листьев всего засушила Катя осенью. А вот задача Б отличается тем, что неизвестно, сколько дубовых листьев. Про них известно только, что их было на 4 больше. Поэтому мы к 11 прибавляем 4 и узнаем, что 15 дубовых листьев засушила Катя осенью. А вот уже вторым действием мы узнаем целое. К 11 прибавим 15. К 11 кленовым листьям мы прибавим 15 дубовых и узнаем, что всего Катя засушила осенью 26 листьев. Если вам что-то непонятно, оставьте свои комментарии под видео.